Итак, мои дорогие и горячо любимые модницы, я с гордостью представляю вам наше главное предложение сегодняшнего дня. Это куртка Марианна для межсезонья, демисезонная верхняя одежда. И, кстати, сразу хочу вас предупредить, также количество у нас ограничено. Давайте сразу же пройдемся по основным плюсам. Ну, во-первых, это крой, подстройка под ваш тип фигуры за счет того, что у нас здесь идет рукав реглан, прямой силуэт, максимально удобная длина, прикрывающая зону бедра, но не доходящая до колена. Реверсивная функциональная молния, ромбовидная стежка, геометрия. Мы видим здесь у нас микс стежки. Плюс ко всему боковые карманы на молнии, что дает возможность поместить мобильный телефон, ключи, либо кошелек, закрыть и никогда не потерять. Цельнокройный капюшон, глубокий, высокий, и он тоже утеплен. Кстати, наполнитель у нас идет холофайбер, легкий, воздушный, но теплый. До минус 5, даже может быть до минус 10, в зависимости от того, какой у вас лично тепловой порог. Да, мы живые люди, у нас у всех разный тепловой порог. Кому-то холодно в плюс 15, кому-то жарко в минус 30. Вы сами для себя определите, при какой погоде вам будет комфортнее и при какой температуре. Но мне еще нравится, что здесь не перегружена эта куртка декором. Он есть, но посмотрите, какой он сдержанный. Например, на язычке функциональной молнии мы видим пчелку. Отсылка к мировому бренду Gucci. Ярко, интересно. Пчелка является символом трудолюбия. Опять-таки же, мед ассоциируется со сладкой жизнью. Вот пусть и у вас будет сладкая жизнь. У капюшона есть функциональные кулиски с фиксаторами. То есть можно надеть капюшон, если сильный ветер, либо дождь, зафиксировать, подтянуть, и все, и вы под защитой. Кстати, материал верха не промокает, не продувает, и это тоже огромный плюс. Есть у нас еще и внутренний карман. Кстати, посмотрите, внутренняя плашка, благодаря которой сильный ветер не будет задувать через молнию. И вот вам, пожалуйста, внутренний потайной карман. Петелечка для удобства хранения, все продумано до мелочей, стильно удобное предложение, лучше для межсезонья не найти. Тем более, что чем актуальнее предложение по сезону, тем оно дороже. Действительно, уже где-то в феврале цены на межсезонную верхнюю одежду вырастут в 2, а то и в 3 раза. Мы же держим цены, даже их снижаем. Сегодня цена только сегодня, потому что это главное предложение сегодняшнего дня, 4 499 рублей при оплате банковской карты, еще 5% скидка, получается 4 274. Красный цвет страсти, любви, энергии и, может быть, даже новых отношений. Наша модель Анечка тоже выбирает красный цвет. Этот цвет изумрудный в заказе, в жизни он смотрится, вот знаете, такой, я бы так даже сказал, хвойный какой-то подтон. Следующий цвет серый в заказе, но в жизни это прям цвет капучино, кофейный. Этот цвет светло-серый в заказе, жемчужный. Очень интересный. И этот цвет синий в заказе, но в жизни, поверьте мне, он смотрится больше как черный или темно-синий. Итак, 5 цветов на выбор. Кстати, все они трендовые, ориентированные на мнение Института цвета Pantone коллекции уже весна-лето 2024 года. Но эта пчелка, просто я слышу ее жужжание, и пусть эта пчелка принесет вам удачу. Кстати, здесь у этой премьерной куртки Марианна размеры сдвоены от 46 до 58 размера, причем повторяются размеры, то есть 46, 48, 48, 50, 50, 52 и так далее. На нашей модели Анечки, у нее в жизни 54 размер, на ней куртка в размере 52, 54. И даже в этом случае мы видим, да, что нет плотного прилегания. Я только сейчас обратил внимание на то, что капюшон у нас не просто глубокий и высокий, он, посмотрите, еще с такой планочкой дополнительной. То есть он просто окутывает вашу голову, защищает вас со всех сторон. Итак, сделаем замеры. Я знаю, как для вас важны точные цифры. Анечка, сначала сделаем замер капюшона. Высота у нас идет 27 сантиметров. Глубина капюшона у нас идет 25-26 сантиметров. Ну, то есть даже самая высокая укладка не пострадает, когда вы наденете капюшон. Теперь ширина по плечам, Анюточка. Итак, смотрим. Ну, здесь у нас рукав реглан, да, поэтому мы ориентируемся сейчас на ширину
ширину плеч Анечки, да, ну, примерно где-то 51-52. Длина по спинке, смотрим, 93-94 сантиметра. Как мне нравится эта миксовая стежка, да, мы видим и ромбы, и горизонтальную стежку. Теперь, Анечка, посмотрим глубину проймы. Полуобхват у нас идет 31-32 сантиметра, то есть полный обхват 64. Длина рукава 61-62. Можно при желании закатать. Ну и, конечно же, обхват в зоне груди. Напомню, на Анечке сдвоенный размер 52-54. Аня в жизни вообще носит 54-й. Итак, 126 даже при полном натяжении. Вот Анечка натянула. Вот видите, подстройка под ваш тип фигуры. То есть это абсолютно безопасная дистанционная покупка в рубрике «Мода». Подстройка под вас. Если любите чуть больше свободы, то тогда, если у вас, например, размер 54, как у Ани, лучше закажите 54-56. Но если будете носить, например, на жакет, на джемпер плотной вязки, это верхняя одежда. Но я знаю точно, именно эта куртка станет у вас одной из самых любимых, поверьте мне, куртка Марианна. Когда ветровки носить еще холодно, когда в шубах, в дубленках, в пуховиках уже жарко, вот они, демисезонные куртки, которые уже в феврале будут стоить по 15, по 17 тысяч рублей. Мы же не то что сохраняем цену, мы ее еще и снижаем на 35%, чтобы вас порадовать, чтобы вы заранее подготовились. Куртка Марианна, цена только сегодня 4499 рублей. По факту это цена за две футболки. Действительно, это так и есть. Но у вас стильная куртка, удобная. Холофайбер наполнитель. Материал верхний не промокает, не продувает. За ней легко и просто ухаживать. Стираем дома на деликатном режиме при 30 градусах. Не надо сдавать в химчистку. Легко и просто сочетается с брюками, с юбками, с платьями. Может быть, даже с леггинсами, с лосинами. Действительно, многие из вас любят совершать пробежку в ближайшем парке. Кто-то занимается скандинавской ходьбой. Даже для спорта ее можно использовать. Давайте напомню вам цвета красный, цвет страсти, любви, как я уже и говорил, и не устану это повторять. Лично я обожаю красный цвет. Он дает заряд энергии, пульсацию, биение сердца. Далее цвет, который в заказе называется изумрудный, вот такой красивый. Следующий цвет в заказе серый, но в жизни он смотрится кофейный, как капучино. Вот это светло-серый жемчужный, и это темно-синий, синий в заказе, в жизни смотрится как черный. Пчелка – символ трудолюбия, символ сладкой жизни, потому что ассоциация через мед. И пусть эта пчелка принесет вам удачу. Трендовое, модное, актуальное предложение по сезону. Итак, цена только сегодня 4499 рублей за наше главное предложение сегодняшнего дня – куртка Марианна.